Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова на связи. Итак, у нас закончился первый каталог Oriflame, и сегодня стартует новый, номер 2. Я уже делаю заказ, хочу вам показать некоторые нюансы при размещении заказа. Так, хвалюсь, 3 продукта пока добавили. Набор кремов, увлажняющая помада, гранатовое колье, какая красивая, и парфюмерная вода Позис Абсолют. Это новинки из 3-го каталога, которые я протестирую, сделаем видео и расскажем вам свое впечатление. Так, далее я добавила наборы. Один набор пена и увлажняющий гель после бритья. И один набор шикарный Beautanicals. Здесь получается кондиционер и шампунь всего за 479 рублей. Отличная цена. Себе беру стойкие тени карандаш. Бронзы мои любимые заканчиваются, поэтому пока со скидкой беру. Беру один лак для ногтей шоколадное молоко. Выбрала этот оттенок. Наборчик беру для ко дню влюбленных. Один наборчик беру, в который входит следующий каталог. Ночной крем комфорт. Пробничек, стойкая суперматовая помада. Пробничек будет, естественно, розовый. Каталог номер 3. И пробник нового аромата Позис Абсолют. И всего за 69 рублей вот весь этот набор, где один каталог и раз, два, три пробника получается. Здорово. И у меня маленький заказ. Крем для рук и тела, но это молоко, и помада. И из-за того, что мы немножечко заболели, у меня получается так, что я даже каталоги на следующий период не забрала из офиса. То есть никому не раздавала каталоги, ничего не делала вообще. Поэтому будет еще второй заказ позже. Уже 194 балла, потому что у меня еще 3 пачки витаминок для всей семьи. Уже второй шаг. Потом мы получим 3-й шаг, а 4-й приходит в подарок. Это очень классное предложение. Но и это еще не все. Я нажимаю кнопочку «Далее». Здесь мы посмотрим, какие акции. Почему-то убрали набор из 10 каталогов, а он мне как раз был бы очень-очень нужен. А почему его убрали, я не знаю, но возьму 5 каталогов. 5 мне обычно не хватает. Кладу в корзину. Далее у нас идет предложение для всех, кто размещал заказы на 150 баллов, 2 каталога подряд. У вас появится вот такая вкладка. Да, ты стал участником программы «Выгода максимум». И это значит, что любой продукт можно взять со скидкой 50%. И, кстати, входит любой продукт Novage, кроме наборов Novage. Поэтому я по традиции уже беру пептиды, потому что мне они очень нужны. Я обожаю пептиды. Выходит, они в каталоге стоят 2620 рублей, а за скидкой 50% 1048. Отличная цена. Так, далее у нас идут распродажи. Вот знаете, у меня прямо слюнки текут, как я хочу взять какой-нибудь из этих наборов, но не буду, потому что у меня есть в наборе тоже и хайлайтеры, и корректоры, и румяна, надо использовать. Держу себя яростно в руках. Так, смотрю, может быть, здесь что-то интересненькое. А вот, кстати, хорошенькое предложение. Вот это классное с кремами. Но я беру Novage. Ой, как мне понравилось вот это мыло с кремом. Суперское. И набор Элио. Кстати, а что входит в этот набор и почему так дешево? Мне кажется, это просто бомбическая цена. Давайте нажмем «Добавить». И потом посмотрим, что входит в набор, если что, удалим. Так, следующее. Я участвовала в акции «Твоя сумка Мания». И накопила 504 балла. Поэтому я забираю себе подарок. Та-дам! Кидаю его в корзину. И это еще не все. Так как сделала в прошлом каталоге заказ на 50 баллов, и в этом каталоге более 50 уже есть баллов заказ, мне положен термос за 199 рублей. А кто еще из вас получает термосы, хвалитесь. Конечно, термос беру, вообще даже не обсуждается. И возвращаюсь в корзину, чтобы проверить состав. Итак, все вижу, все есть. Так, каталог. Так, это был. Сыворотка добавилась. Итак, смотрим специальное предложение. Компоненты набора. Классно! Слушайте, 479 рублей. А Beautanicals сколько стоит?
Тоже 479. Отлично, оставляем. Далее. Наборы каталогов 5 штук беру. Так, здесь у нас, вы уже знаете что. И здесь у нас термос. Все отлично, 3 пачки витаминов. И нажимаем кнопку «Далее». Переходим в доставку. Проверяем доставку. То есть вы можете выбирать, нажимая на пункт выдачи, сначала выставить тип. Не пишите здесь сразу город, а то вы запутаетесь. Выберите тип. Это может быть постамат, пятерочка, офис. Да, что-то выбрали, например, офис. Здесь далее свой город набираете. И смотрите, что вам предложит система. У меня вот сколько офисов, где я могу получить заказы. Но я знаю, что в моем городе есть доставка курьером. И при заказе от 100 баллов доставка курьером бесплатная. Поэтому я выбираю доставку курьером и нажимаю «Далее». Оплата перед получением. То есть я оплачу с карты после того, как завершу заказ. Если вы выбираете какие-то другие варианты доставки, может быть, постамат или пятерочка, читайте внимательно. Здесь всегда написано, в течение какого времени вы должны оплатить заказ, чтобы началась сборка. То есть не затягивайте, лучше сразу оплатите, чтобы вам точно собрали и привезли заказ. Я нажимаю «Далее» и проверяю по итогу. Так, все, домашний адрес есть. Смотрите, что интересно, у меня заказ на 11 872, скидка, почему-то мне такую маленькую скидку оставили, обычно здесь, ну, бывает там 5000, а здесь почему-то в этот раз очень мало оставили, ну ладно, зарплату больше получу. Так, к оплате сумма, количество баллов видим, можно сохранять заказ. Ну, я сейчас вернусь в корзину, еще раз все проверю, и после этого сохраню заказ. Я вам желаю отличного каталога. Если есть ко мне какие-то вопросы, пишите в комментариях под этим роликом. И до новых связей. Пока-пока.